Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 13 ноября. В общем, коротко, о главном. В общем, от академии я, от своей Самарской государственной сельскохозяйственной академии, я уехал на соревнования в Уфу, в Башкирский государственный аграрный университет, на соревнования по WorldSkills. Так как я учусь в Самарской государственной хозяйственной академии, я поехал сюда участвовать как инженер-наладчик или мастер-наладчик. В общем, по своей профессии технические системы в агробизнесе. Вот. В чем заключается само соревнование? Пока еще поверхностно. Сегодня понедельник, завтра у нас экскурсионный день. Будут рассказывать про модули, что, где и как. Но пока известно, что будет первый модуль по регулировке клапанов. Какого трактора, пока мы еще не знаем. Говорили сначала вроде бы John Deere 6, а потом Terion. На данный момент ничего конкретики никакой нету. Вот. Будем завтра все это узнавать. Все завтра скажут точно, какой будет трактор и что с ним делать. Второе — это найти, по-моему, неисправность топливной системы, регулировка форсунок и установка топливного насоса, соответственно, с установкой момента подачи топлива. Это второй модуль на МТЗ-1221, но это тоже не точно какой трактор. Третий модуль у нас, по-моему, настроить и подготовить к работе пресс-подборщик. Пеликан тоже. Сначала вроде бы говорили пеликан от Россельмаша, а потом вроде ПФ-145. Пока ничего не знаем конкретики. Ну, в общем, настроить пресс-подборщик. Четвертый модуль, и это будет у нас пожатки от Акроса. Пока вроде по Акросу ничего не изменилось. Нужно настроить, отрегулировать, найти неисправности, дефекты. В общем, как и во всех остальных модулей. И пятый модуль — настройка и комплектование плуга на определенную глубину, на заданную. В общем, вот вся суть. Теперь, кто хочет и кто у нас в Уфе, может быть, даже кто и на соревнования на эти приехал параллельно со мной, может со мной встретиться в вечернее время, наверное, потому что у нас график плотный, нужно как минимум делать 2 модуля за одни сутки. То есть со среда, четверг, пятница мне надо за 3 дня сделать 5 модулей. Поэтому в вечернее время я буду только свободен. Кто хочет со мной встретиться, пишите мне ВКонтакте, тоже ссылочки в описании. И вот здесь вот. Пишите мне в группу, везде пишите, вот, обговорим этот вопрос и можем с вами встретиться. Сейчас я нахожусь в общежитии номер 8 Башкирском государственном аграрном университете. Вот, и буду я здесь находиться до субботы вечера. В субботу вечером у меня поезд к нам в Самару. Так что, кто хочет со мной встретиться, буду рад пообщаться. Вот такие вот дела, такие вот новости. Больше пока мне сказать нечего. Буду стараться, конечно, снимать ролики, что и как происходит, и что будет как происходить. Но это все завтра. Сегодня мы еще только приехали, вот располагаемся. Дали комнатку. Здесь парнишка тоже куда-то убежал. Он с... Не успели познакомиться, просто поздоровались, как звать и откуда он. С Ставропольского края. И все, он убежал на какой-то концерт. Мы еще только приехали, вот располагаемся. Вот такие вот дела, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки. Видосики, если получится запилить нормально и качественно с самих соревнований, они будут вне очереди. Так что подписываемся, кто не подписал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить лайки. И также все ссылочки в описании на мою страницу, на мою группу ВКонтакте. Всем спасибо, до скорых встреч. Thank you.